новости телеканала. Ну что, читаю ваши комментарии, знаете, так как-то, ну, как обычно говорят, не по себе становится. Ну вот, пишут на мой, значит, активный член, никому не нужно доказывать и так далее, и тому подобное. А, да, знаете, это не доказательство, это слово, вот это констатация. Это, будем говорить, вот эта констатация, как на русский язык это все слово. Это подтверждение факта. Подтверждение факта, ну, просто так, подтверждение факта. Ладно, давайте дальше. Все нормальные люди поняли, давно поняли, да? Понять-то поняли, но не лишнее просто-напросто подчеркнуть. Вы вообще-то посмотрите там, какого доктора приводят, что он собой представляет и так далее. Ну и вообще там, что это за видосик, если это желаете, чтобы это как-то было все. А начал я из-за того, что вот я сделал видосик «Керосин осветительный тадикам». И вот такой комментарий. Здравствуйте, Геннадий. Я принимала керосин, и у меня увеличилась печень. Опа! Опа! Увеличилась печень. Будем говорить, ну, так сказать, вы видео сделали. Ну, ладно, дальше. Что можно попить против увеличения печени? Чтоб мне сжалось, да? И вот дальше самое интересное теперь. У меня онкология кишечника в ремиссии. Я принимал тадикам по одной чайной ложке один раз в день. И вот тут тогда встает вопрос. Это у вас именно от того, что принимали этот тадикам, либо это от того, что, естественно, вы кучу всевозможных препаратов приняли. Ну, там можно сказать, ну, до этого ж печень не была увеличена. Значит, я не буду гадать там, от керосина она увеличилась, либо она увеличилась от предыдущего лечения. Вот если вы, я уже говорил, если вы собираетесь что-то делать, берите ответственность на себя. Вот самое простое. И если вы лечились от онкологии этого кишечника, значит, дальше продолжайте лечиться. И спрашивать, почему вот так, и так, и так, и так. А когда вы начинаете все мешать, и я попью, понимаете, я попью. Вот просто, знаете, я попью, и все. Вот я хочу попить, и чтобы рака не было. Я хочу попить, чтобы печень там стала в норме. Еще, я просто хочу попить. Больше я ничего не хочу. Ни головой своей подумать, и прочее, прочее. Вот это такой случай, знаете, он просто, так сказать, с ног сбивает. И думаю, и зачем вот это вот, знаете, я вот для себя я уже выбрал, я вот уже, знаете, несу ответственность, что со мной будет там, буду жив или умру, или еще что-то. Я никому ничего, что мне попить, что мне поесть, и это я решаю все сам. Я уже наслушался достаточно всего, и это послужило основанием того, что я решил, ага, а нельзя ли изучить свой организм, как он работает, чтобы он, будем говорить, сносно было в нем жить. А вот пишут, не оправдывайся, Петрович. Время, сам говоришь, по полочкам растает или разложит. Так. И вот еще, знаете, такая штучка, так простая. Такой простой также вопросик. Ну, вот еще такой интересный комментарий. Сода, голод, бытовое применение. Для курильщиков хорошо сода, которые кашляют постоянно 3 дня натощак, по утрам соду пить, по пол чайной ложки, все, и кашля нет. Прекрасная рекомендация. Я ответил, а может лучше не курить, чтобы кашля не было, и соду эту не пили, а то начнут соду пить, а потом что-то с желудком у них будет. И вот еще, смотрите. Такая, ну вот, безобидно. У меня начально катаракта. Мне 49 лет. Как правильно бороться с ней? Спасибо. Вот тоже просто так. У меня начально катаракта. А почему она у вас начально катаракта? Какой образ жизни вы ведете? То есть, вот вы, если придете в поликлинику к врачу, ну, если он более-менее свободный и желает вам помочь,
Прежде всего он расспросит, так называемая постановка диагноза, опрос, что, что, вот у вас нормально, хрусталик видел. А потом, что случилось, что вы делаете такого, что у вас хрусталик начал мутнеть? Он сам по себе стал мутнеть? Или же что-то там такое? Вот когда такие вопросы, знаешь, вот у меня, вот факт, вот у меня. И все. Не ясно мне все вот это вот. Вот такие вот особенно вопросы, не знаете. Я не знаю, как кого, а как-то это. Не ждите скорой помощи. Это первое. Для того, чтобы восстановить здоровье, это прежде всего должны быть знания, хотя бы минимальные, и какой-то труд над собственным образом жизни. Вот тогда что-то будет. А так вот люди приходят, думают, о, тут сейчас только раз, Петровичи, опа, этот исчезнет, то исчезнет. Я просто разбираю. И вот я все еще думаю, знаете, вот, а зачем мне вот это все еще разбирать, во всем этом копаться? Ну, для себя я уяснил, ясно, понятно, что туда соваться не надо, лично я считаю. Вот. То есть, что надо, я как-то сам делаю. Он музоны сочиняет, да и вся недолга.